Мы покажем вам закадровую жизнь. Нам пришлось перейти через один барьер непосредственно к самим ограждениям. Я говорю, Андрей, я больше не могу, ну честное слово, потому что до пропасти оставался реально один шаг. Сейчас я вам покажу, что на самом деле вижу я. Вот это настоящий прямой эфир, ребят, какой он есть. Проектные итоги смотрите сегодня в программе «Панорама».